Всем привет, я Хэл, и сегодня я буду проходить уровень под названием Эльдорадо. Перед записью я его потренировал, проходил с начала кораблика до конца, и перед записью прошел практику. Так что думаю, я быстро пройду этот уровень. По крайней мере, я надеюсь. Кстати, практику я проходил за 20 попыток прошел. Это мало. Так что я думаю, я быстро пройду за попыток, 400. Может быть, 300-400 попыток я должен пройти этот уровень. Вот это мое самое нелюбимое место. Шарик. Вот этот шарик, вот, он мне очень не нравится. Я на нем буду очень много сливать. Прямо очень много. О, дошел. Этот, вроде как вот с этого момента этот дроп начинается. Насколько я понимаю. Блин! Вот я еще не люблю вот эту мини-часть. Да. Но новый рекорд 35%. Хорошо. Да блин. Ну, уже, кстати, 20 попыток я уже поставил новый рекорд. То есть, если я дойду до 50% примерно, то есть до кораблика, то у меня есть шанс пройти уже этот уровень. И шанс такой большой будет. Да. Надеюсь, я им воспользуюсь. И здесь еще один клик не сделал. Ну конечно. Я прошел! О, да неужто просто! О, God Coins. А, 90 монет собрал, походу. Ой, боже! Все, я наконец-таки прошел. Всем спасибо за просмотр. С вами был Хэл. Всем пока.